В центре города сотрудники полиции задержали мужчину, который разгуливал по улицам с огнестрельным оружием в руках. Подозрительного человека с пистолетом заметил таксист. О том, что увидел, сообщил в полицию. Патрульный экипаж нашел нужного мужчину быстро на пересечении улиц Муравьева, Амурского и Истомина. На просьбу остановиться 23-летний хабаровчанин ускорил шаг и попытался избавиться от опасного предмета. Пистолет он забросил на крышу хлебного киоска. До приезда оперативно-следственной группы оружие оставалось там, куда его и закинул мужчина. А в воздухе витала интрига, представляет ли модель реальную угрозу. Задержанный свою связь с оружием признавал лишь частично. Ваш пистолет? Да я первый раз вижу. Нашел на улице. С прибытием эксперта работа закипела. Несколько разрядила обстановку надпись «Сигнальный пистолет», которую нашли на корпусе оружия. Такая точная копия пистолета Макарова нанести вреда не может. Но когда специалист вытащил магазин, выяснилось, что тревога была отменена преждевременно. Схожесть с боевым аналогом не только внешняя. На себя ее оттягивает. А нет, боевой ствол. Пусковой механизм и ствол пистолета были переделаны в кустарных условиях под стрельбу боевыми патронами. Находку упаковали и забрали на исследование. Вопросов появилось больше, чем ответов. Были ли произведены из данного оружия выстрелы? Как давно и кем была проведена переделка оружия? Мужчину доставили в отделение полиции. Ему грозит обвинение в незаконном обороте оружия. С места происшествия Кирилл Новиков, Ольга Соколова и Виталий Векслер.